Да ну нахуй. Тратите время оператора. А вы? Между прочим, один из лучших операторов. А вы не тратите время? Не один из нормальные пацаны. А самый лучший. Лучший. Думаю. Я думал, ты подскажешь, где рыбу найти нам. А, в игры хотите? Ну да. А вы здесь пробивали? Да то же самое, что и здесь. Нихера. Разрознено, очень разрознено. Причем сейчас вообще активность упала очень сильно. А ну, поймали сегодня на разные приманки. Сырочек. Ну то есть зачет наложено? Да. Сколько? Мы закрылись. Так один, ну вон смотри, вон попер стоит. Ну покажи колебалки какие. Да краснодарские. Ну покажи какие краснодарские. Ты чё, блин? Ну у меня есть легкая, тяжелая, блядь. Подтяни, что-то она ушла. Какая-то. Это тяжелая или легкая? Подожди, я сравню со своей. Смотри, палка. О, как у меня, смотри. Ничего себе. Ничего себе. Они ловят на такую же палку, как я. Скальд. Ничего все, пацаны. А где вы взяли? Это да? Вы где взяли такие? Вот смотри, Вась. Вот смотри, вот у меня видишь блесна. И ну, твоя блесна. Ну, моя же круче. Да, только крючок. Она одинаковая. У тебя крючок просто другой. А, ну у меня круче же, да? Нет, это не. Да ну на, смотри, у меня крючок какой. И змейка, она круче. Он лучше качеством, но он хуже по функционалу. Да ладно. Трое хуже лезет, у него больше задержки. И у тебя южанка, а у меня фрегат. Ну, мы, в общем, сегодня 8 штук поймали. Ну, такие, не крупные. Ну, от 2 до 5. Ну, это не. Это мелко. Ни одной нормальной рыбы не поймали, да. Ни одной. Вообще ни одной нормальной рыбы. Все от 2 до 5. Вообще не клюет. Ну, как-то, ну, не ловится. Мы ее видим вот такие, вот они, восьмеро, десятки там плещутся. Ни одной вообще, ни одной рыбы. Не, все в траве. А? Все в траве. Вот. Вот же. Ну, тором ловлю. Вот. Тор. До 130. Все в траве. Ну, не, как ну, положено. Достойная палка. Ну, отличная палка. Какой еще размер Стеллы? До 130. Стелла 5000. Пятитысячник слабоватенький. Восьмеру можно ставить. На этот тор надо вставить восьмеру. Вот вообще бомба будет. По траве вот такими приманками зачет.